практически наша группа собралась. Короче, видите, мы все собрались. Марко, вот, пожалуйста, оделся как. В общем, мы тут не одни. В общем, ребятушки, я вам расскажу. Нам, по идее, нужно еще было выше на машине забраться, но я уже больше бы не выдержала, и он как раз, мы еще просто не знали, что есть вот этот пассо, ксому называется, сейчас вам покажу. 1058 метров, тогда вы знаете, то есть мы забрались по отвесной практически скале на 1500 метров на машине, я обкакалась, ребятушки, просто ужасно. Я не могу привыкнуть к этому страху, на машине ехать по отвесной горе, вот смотрите, смотрите. Пассо ксому, видите, вот, пожалуйста, вот, 1058, да, вот. Так, сейчас делаем последние приготовления, короче, и, значит, в путь, вот люди готовятся, видите, люди готовятся, люди на велосипедах едут до туда, а потом там, наверное, около галерей, потому что на велосипедах нельзя, ребятушки, они, значит, это, Марко! Сена, ты имбани. А, вот надо будет, надо все сделать, все дела, сами понимаете. В туалет обязательно сходить, потому что потом будет от страха, знаете, хотеться вообще все на свете. Вот. В общем, я вот, видите, спортивная. У меня спортивные специальные штаны, ребятушки, куплены для гор. Вот. Типа для тех, кто даже альпинизмом занимается. То есть они такие там, как это... С материал такой плотный, а? А. А, ну если по нарыбанию, сенце. Мое чело, свой, чело дуе. Море мета, я же начинала. А, без маски нас не пустят в туалет, короче, кстати. Блин. В общем, короче, это специальные вот делаю рекламу, это те штанишки. Они как бы такие очень плотные, они очень. Это не леггинсы. Они такие прям плотные. Вообще, я, когда я ходила дома, мне было очень жарко. Там очень много карманчиков. То есть они такие специальные. То есть если ты, короче, там пойдешь как-то так, да? Вот у меня еще ботинки. У меня, смотрите, специальные ботинки. Показываю, не знаю. Подождите. Видите, специальные ботинки. Вот у меня, как обычно, смотрите, я носки одеваю всегда разного цвета, потому что я Эйнштейн. Вот. В общем, это такие штаны. Они очень плотные. Они не леггинсы. В общем, делаю рекламу. Моего обмундирования, видите, специальные вот. Ком цумир. Ребятушки, короче. Торолезы. Вот, видите, наша страда. А, подождите. Видите, наша страда Дели Чиконто де Галерии. Вот. И. Ребятушки, вот этот домик, как сказать, типа это еще нельзя, конечно, назвать рефуджио, потому что рефуджио это обычно выше уже идет, да, я уже выучила это. Короче, сейчас мы выпьем кафе, ребятушки, и идем, я с вами, здесь прохладненько, скажем так, честно говоря, хоть я и футболочки. Так что, ребятушки, я не абсолютно не смелая. Я вам серьезно говорю, я сейчас рыдала. Я вам записала уже только конец, потому что я просто была в таком шоке, что я не могла даже прицепить телефон, понимаете? Поэтому смелый это он, конечно. А я, ребятушки, вообще абсолютная. Так что вы меня, я вас разочаровываю, понимаете? Потому что я не могу, начинаю рыдать. Так, еще раз вам себя покажу. Видите, чтобы так было? Вот я. Немецкая это доярка, короче. Ребятушки, все, встретимся уже через 5 минут. Пока-пока.